четвертой серии сериала «Перекати поле». Маша сообщает Лёше, что беременна от другого, но влюбленный Лёша все равно настаивает на свадьбе. Маша соглашается на фиктивный брак. Она готовится к свадьбе, хотя ее смущает то, что она использует Лёшу для того, чтобы у ребенка был отец. Воскобойников назначает Володю своим заместителем. Генка получает 8 лет за убийство. Ирен узнает о своей беременности. После скандала отец выгоняет Володю из дома. По деревне ходят слухи о том, что Маша беременна не от Лёши. Посмотреть очередную серию вы сможете 31 августа.